Множество праздничных мероприятий и торжественных собраний. Они проходят в эти дни повсюду, в различных учреждениях и на предприятиях города Буя. Объединяет их одна общая тема – Великая Победа, одержанная советским народом в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Концерт, посвященный 73-й по счету победной весне, состоялся в детской музыкальной школе. Он назывался «За мирное счастье на свете». Свое творчество на сцене этого учреждения дополнительного образования представляли учащиеся и педагоги школы, а также гости – народный хор-ветеран под руководством хормейстера Светланы Смирновой, концертмейстер Анастасия Грубова. Наш концерт проходит в преддверии самого главного праздника нашей страны. И посвящается он празднованию Великой Победы. 73 года прошло с тех пор, как отгремели победные залпы Великой Отечественной войны. Давно уже затянулись на земле военные раны, заросли травой старые окопы и воронки от мин и снарядов. Кажется, война навсегда ушла из памяти, но это не так. Мы никогда не забудем тех героев, которые освободили весь мир от фашизма. Поэтому мы особенно приветствуем сегодня на нашем концерте наших уважаемых ветеранов. Мероприятие стало творческой встречей поколений. Буевляне разного возраста посвящали свои выступления важнейшему для нашего народа событию. В программу концерта вошли номера солистов и коллективов. Концерт, посвященный Дню Победы, традиционный у юных музыкантов. Они знают, что играют и поют во славу своей великой державы, победившей фашизм. Продемонстрировать то, чему научили в музыкальной школе, хороший подарок всем буйским ветеранам от их правнуков.